Леонид Макеров родился в июне 1922 года в деревне Калямово Кировской области. Затем семья его перебралась в Луганскую область Украины. Там он окончил семилетку и аэроклуб. Войну Леонид начал сержантом, так как еще в 1940 году поступил в летное училище. Он с детства мечтал быть летчиком. Затем командиры не раз отмечали его страстную влюбленность в самолеты и отличный от других почерк в воздушном бою. В феврале 1945 года капитан Леонид Макеров был помощником по воздушно-стрелковой службе командира 943-го штурмового авиаполка 3-го Белорусского фронта. К тому времени он совершил 133 боевых вылета на штурмовку, скопление боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, нанеся ему большие потери. Командир 943-го штурмового авиаполка в наградном листе на Макерова написал: 26 февраля 1944 года он вел 12 самолетов на штурмовку немецкого аэродрома под городом Тарту. Над аэродромом баражировали фоки-вульфы, зенички открыли заградительный огонь. И все же Макеров не отказался от атаки. Бомбы, пучно-пулеметный огонь обрушились на аэродром. 21 машине врага никогда уже не подняться в воздух. А свои 12 ИЛов Макеров привел на свой аэродром в исправном состоянии. Служил Макеров и под Ленинградом. Как свидетельствует наградной лист, капитан и штурмовики полка, которые он поднимал в небо, уничтожили у стен Ленинграда 159 зенитных орудий и пулеметов, 6 минометных батарей, 58 танков, 313 автомашин, 50 самолетов на аэродромах, до 2 батальонов гитлеровцев. За образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм, капитан Леонид Макеров был удостоен звания Героя Советского Союза. После окончания войны в звании майора Макеров был уволен в запас. Проживал в городе Кустанай и работал диспетчером в местном аэропорту. Скоропостижно умер 5 октября 1954 года. Похоронен в Парке Победы Кустаная. Его имя на гранитной стеле в Парке Победы в Кирове. Имя героя высечено золотыми буквами в зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы. Помимо звезды героя, Леонид Макеров отмечен за боевые дела 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой степени, Красной звезды и Александра Невского. Виктор Ваташко, Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН.